Карагандинская область по-прежнему остается в красной зоне. Несмотря на проводимую работу, число заболевших продолжает увеличиваться. Ухудшается эпидемиологическая ситуация и в Темиртау. Ежедневно на сегодняшний день в нашем городе заболевает более 200 человек, 200 человек. В сравнении с предыдущим месяцем отмечается рост заболеваемости в 11 раз. Если взять по возрастному составу, наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди лиц молодого среднего возраста. Это от 20 до 20-49 лет и составило 40% от всех заболевших. Заболело лица старше 60 лет, смещенца, который составляет 25%. Дети до 14 лет составляет 18%. Отмечается тенденция увеличения распространения коронавирусной инфекции среди детей и подростков. Так, с начала года в Темиртау было выявлено более 400 новых случаев заражения среди воспитанников детских садов и школ. Лечение всех заболевших горожан проходит как на дому, так и в стационарах. На сегодняшний день в городе Темиртау в стационарах на сегодня госпитализировано более 150 больные с коронавирусной инфекцией. И из них на сегодняшний день 8 лежат в реанимации. И люди, которые в реанимации лежат, они все не вакцинированные люди. Оставляет желать лучшего и численность вакцинированных. На сегодняшний день в Темиртау привито лишь 58%. Главный санитарный врач вновь призывает жителей с особым пониманием отнестись к вакцинации. Призываю жителей нашего города вакцинироваться против коронавирусной инфекции, а привитым населению получить дополнительную дозу, это ревакцинацию, для укрепления иммунного ответа после первичной иммунизации. Сергей Баданин и Алексей Устинов. Новости Темиртау.